Всем привет на канале Дендробен из Сталинграда. И как всегда коротенькое видео. Вот моя мобильная грядка. Мы уже ее показывали, когда вот у нас помидорчики остались вот эти вот, которые выросли сами, и мы их рассадили вот в такие канистры. Ну жалко, ну вот теперь будет эксперимент номер два. Или три, или пять, не знаю. Вот эти помидоры уже цветут. Я их рассадил так. Но получилась мобильная грядка. Вот здесь теперь будет ее место. Соорудим что-нибудь подвязывать. И будем наблюдать, что из них вырастет. Эти помидоры выросли сами в биогумусе, который был вычищен из летнего червячника. Мы их рассадили. И будем наблюдать. Посадили их в чистый биогумус, отсеянный. Успели вот посадить до троицы. Да, вот сегодня я их досыпал, все это дело. Пообломал там под эти, чтобы они дали еще корешки. Вот эти листики нижние. И капельный полив. Да, и буду делать им капельный полив. Ну что же такое, еще же их обижать. Ну все, вот что хотел показать, показал. Мобильная грядка. Будем делать ей капельный полив. Всем пока. Счастья, любви, удачи, терпения. Во всех ваших делах, которые...